Привет, друзья! Сегодня мы в городе Хайдельберг, и это Германия, как всем известно. И на заднем плане за моей спиной замок. Это самая крупная руина в Европе. Город очень красивый, очень такой милый, и я думаю, что будет удовольствие сегодня погулять по нему. Пойдемте! Город Хайдельберг имеет очень богатую историю, ведь первые поселения людей жили на этой территории около 500 000 лет назад. Доказательством этого служит найденная челюсть самого древнего из известных европейских людей. Друзья мои, за моей спиной из красного песчаника вот это великолепное грандиозное здание называется Церковью Святого Духа. Мы отправились на фуникулёре смотреть самую главную достопримечательность – Хайдельбергский замок. Он располагается на первом уровне, но есть возможность также съездить на вершину горы. Вот мы и поднялись на Хайдельбергский замок. Состоит он из песчаника. Это была главная резиденция правителей. Вообще, история этого замка, как всегда, печальна и таинственна, потому что сначала в него ударила молния, потом его решили восстановить, потом снова молния, потом снова решили восстановить, и уже Людовик XIV окончательно его разрушил. Ну, не окончательно, руины еще остались, самые большие руины в Германии. И после этого решили, что потери почти невосстановимые, очень нужно много потратить средств на восстановление, и решили лишь только укрепить конструкции. Поэтому мы видим то, что мы видим, шикарные руины. Пойдемте смотреть руины. Чувствуешь себя в гостях у истории, ведь первое упоминание о замке было еще в 1225 году. Эти чудесные арки, площади, барельефы, колонны, башни, сады привлекали не только правителей Баварии, но и таких известных людей, как Мартин Лютер, Виктор Гюго, Марк Твен. Дух захватывает от старины и величественности сочетание совсем разных архитектурных стилей. С замка открывается великолепный вид на сам город и старый мост Карла Теодора. Дворец Фридриха, а на фасаде статуи правителей Баварии. Посмотрите, какой чудесный вид открывается на город. И здесь видно и церковь Святого Духа, рядом с которой мы уже были. И вообще видны черепичные крыши домов. Все такое милое, маленькое. Куча замочков, замков маленьких, небольших. И церквушек. Очень приятный город. А времени вам напомнят солнечные часы. Ну что, пойдем посмотрим большую самую бочку. Ну что? Вы думаете, это самая большая бочка? По-моему, это самая большая бочка в мире. И у меня сложилось ощущение, что она примерно размером с наш дом, где мы живем в Австрии.
Мы забрались на самую большую бочку. Находимся на ее корме. Ну что, друзья мои, мы находимся в немецкой аптеке. И сейчас мы можем посмотреть, как лечили давным-давно людей и как это все это выглядело. Тут самогонный аппарат стоит у них, а сами говорят, людей лечат. Аспирин, пантенол и еще пенициллин. Это киндер-апотека, то есть аптека для детей. Ну и чего? Смотрите, здесь в основном натуральные средства. Тут у нас есть шалфей, перечная мята, этот подорожник, и еще фенхель и различные травы от кашля. Вот, например, чай от кашля. Это еще от каких-то болезней. И все для детей абсолютно безвредное. Огромный кусок стены отвалился от вот этой колонны. И вообще, на самом деле, это одни из самых грандиозных развалин, которые я видела. И действительно красиво, есть на что посмотреть. Приезжайте сюда, посмотрите на это своими глазами. Кар-кар, а подо мной Никар. Никар — это название реки, на которой стоит этот город, прекрасный замок и еще сеть других городов, некоторые из которых, возможно, мы с вами посетим. Местечки Хиршхорн, а в переводе это оленей рог. Ну, это считается жемчужинкой этих мест. Стоит, опять же, на реке Некар. Сам городок очень милый и полностью состоит из исторических зданий, которые декорированы такими вот планочками. И поэтому создается ощущение сказочности и какой-то неестественности, что на самом деле люди здесь не живут. Но люди здесь живут, и сегодня вот зимой, мы были здесь днем, почти все заведения в обеденный час были закрыты. Да, что я говорю, почти все? Все заведения были закрыты. Ни одно кафе и ресторанчик не работал. А к вечеру уже много заведений пооткрывалось. Говорят, что в летнее время все более открыто. Имейте в виду это, когда будете сюда приезжать. Друзья мои, если вы будете в этом чудесном месте, обязательно поднимитесь на замок. С него открывается невероятный вид на реку Некар. Во время съемки этого видео ни один земной шар не пострадал. Продолжение следует. Не забывайте делиться моими видео с друзьями и ставить лайки, а также оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!